tell you, I'm not conceited, I'm just convinced. Where my champions at? Where my champions? Dim the lights just to recreate the ambience. About to murder the stage, call an ambulance. Each one of us can build wealth. Replace scarcity with abundance. Replace average with greatness. Replace uncertainty with conviction. Success is there for the taking. Small business owners, entrepreneurs, startups, and the ambitious. Grant Cardone tells you what you have to do to prosper in this new economy. He'll inform you in everything business, finance, and career related. Get ready. Find the knowledge for your success. It's all here, right now, in the Cardone Zone. Добро пожаловать в зону Кардона. Каждую неделю по вторникам мы выходим в эфир из Майами-Бич, чтобы поговорить о ваших финансах, карьере. И я часто бросаю вызов среднему классу. Тем, кто застрял посередине. Если хотите перейти на следующий уровень, сделайте это. Я здесь, чтобы мотивировать вас, потому что, по правде говоря, понятие «средний класс» — это сказка, это миф. Его на самом деле не существует, и я доказываю вам это каждую неделю. Я борюсь за вас, потому что вы рискуете застрять в этом пресловутом среднем классе. Я рос в таких же условиях. Но все меняется. 50 лет назад для людей, живущих в этой стране, в самой богатой стране мира, средний класс был пределом мечтаний. Сегодня же средний класс все больше и больше сужается, потому что сегодня мы движемся не в сторону богатства, а в сторону бедности. 15% населения США, богатейшей страны мира, 50 миллионов американцев живут за чертой бедности. 50 миллионов людей в богатейшей стране мира живут за чертой бедности. Среднестатистический американец живет от зарплаты до зарплаты. 74% американцев живут от зарплаты до зарплаты. 100 лет назад вы считались средним классом, когда зарабатывали $577. Сегодня это число равно $48,000. Поэтому уделите внимание тому, что я говорю. Меня зовут Грант Кардон, и я прошу вас, уделите мне внимание. Вы думаете, что вы все знаете, что у вас все на мази, но 74% американцев... В нашей стране 311 миллионов человек. Так вот, 74% от этого числа живет от зарплаты до зарплаты, и так быть не должно. Президент Линдон Джонсон выделил $20 триллионов на борьбу с бедностью. Это было когда? 50 лет назад? За эти 50 лет процент бедных уменьшился лишь незначительно. Мы тратим $1 триллион в год. $1 триллион для того, чтобы заботиться об этих 15% населения. Послушайте, если бы мы просто распределяли этот триллион долларов, было бы гораздо лучше. Просто возьмите этот триллион и разделите его между 50 миллионами бедняков. Перепадет каждому. Вместо этого что мы делаем? Мы платим людям за то, что они не работают. За то, что они стоят в очереди за купонами на еду. И в итоге средний класс полностью игнорируется. Те из вас, кто не живет за чертой бедности, оказываются вне зоны внимания, так как считается, что вы в безопасности, но это не так. Меня зовут Грант Кардон, мы выходим каждую неделю, наш хэштег «Кардонзон», и вы можете задавать свои вопросы в Твиттере. А сейчас звонок из Англии. Нам дозвонился Алан из Соединенного Королевства. Ну, не такого уж и Соединенного теперь, да. Алан, ты здесь? Да, я здесь, как дела, Грант? Хорошо, чувак. Алан, расскажи мне, что такое средний класс? И что необходимо сделать, чтобы попасть в его ряды в Великобритании? Да и есть ли он у вас вообще? Но скажу честно, сам я и принадлежу к низам среднего класса с зарплатой на уровне 1500 фунтов в месяц. Это примерно $2500 в месяц, верно?
Да, да, да. И в Британии зарабатывать 30 тысяч долларов в год считается принадлежностью к нижним слоям среднего класса? Да, да, так и есть, ты абсолютно прав. Это чуть больше уровня минимальной оплаты труда. Но когда ты говоришь «низы среднего класса», не складывается ощущение, что ты испытываешь в связи с этим какие-то проблемы? Ты не комплексуешь по этому поводу? Знаешь, нет, потому что я намерен выбраться из этого болота и продвинуться выше, гораздо, гораздо выше. Хочешь стать большой шишкой? Я хочу, да, хочу. Тогда позволь спросить, что ты должен сделать, в Великобритании, чтобы прийти от цифры 2500 долларов в месяц к... Сколько ты должен зарабатывать, чтобы оказаться среди верхов среднего класса? Я бы сказал, что где-то в районе 60 тысяч долларов в год. Значит, тебе необходимо месяц зарабатывать 5 тысяч. Теперь давай представим, что у тебя нет высшего образования, и биржевым брокером тебе не стать. Что ты будешь делать? Просто перечисли пару вещей для примера. Ты уже не можешь стать доктором или дантистом. Кем попробуешь? Тогда я буду пробовать себя в продажах и получать комиссионные, или открою свой собственный бизнес. Да, и даже если ты решишь открыть свое дело, тебе так или иначе придется продавать, потому что... Да, конечно, потому что в любом случае придется продавать свою продукцию. У тебя есть вопрос ко мне? Да, у меня есть вопрос, но прежде чем я его задам, я бы хотел сказать тебе спасибо за все, что ты делаешь. Я купил твой курс «Университет Кордона», и это лучшее, что я когда-либо вкладывал деньги. Я получаю образование. Я получаю образование, да. И чтобы все знали, Алан, скажи, сколько ты потратил на свое обучение? Я потратил 2000 долларов, что около 1200 фунтов стерлингов, да? Он потратил 2000 долларов на эту программу. Да, я в полном восторге от нее. Я еще никогда не тратил деньги с такой пользой. Я говорю об этом каждому, она просто невероятна. Алан, мы случайно раньше не беседовали с тобой по телефону или на другом шоу? Нет, раньше нет, это впервые. И по правде сказать, сейчас я чувствую себя весьма неловко, в то же время восторженно. Я просто счастлив. И это отлично. Я рад поговорить с тобой. К тому же, сегодня утром ты меня ретвитнул, и я в полном восторге. Это классно, чувак. Я рад слышать. Какой у тебя был вопрос? Сейчас я ищу наставника, того, кто сможет мне помочь достичь моих целей. Миллионера, который сможет помочь мне прийти к желаемому, у которого я смогу научиться. Я хочу найти кого-то в Великобритании, но проблема в том, что такие люди обычно не дают рекламу в интернете о том, что они ищут учеников и все в таком духе. Что бы ты мог мне посоветовать, чтобы я смог найти такого наставника, миллионера, который смог бы взять меня, в качестве ученика? Понимаю, смотри, на твоем месте я бы составил список из 4-5 людей, которыми ты восхищаешься, которые, возможно, даже живут недалеко от тебя и с которыми ты мог бы связаться. Отправить письмо, например, неважно, как ты это сделаешь. Главное, чтобы ты сказал, я действительно восхищаюсь вами. Я знаю, что вы очень заняты, и мне ничего от вас не нужно. Я не прошу вас инвестировать в мое дело. Я просто хотел бы побеседовать с вами по 5 минут в неделю, чтобы получить нужный вектор. И если ты сможешь встретиться с кем-то из таких людей, если они выделят на тебя 5 минут, не говори им о своих проблемах, просто слушай. Спроси, что бы вы сделали в моем случае? Это удивительно, сколько на самом деле людей готовы потратить свое время на такие вещи. И я вовсе не единственный. Но сколько людей обращались ко мне за подобным советом? Грант, что бы ты сделал на моем месте? Так что я бы спросил именно это. Хорошо? Я понял тебя. Я действительно очень нуждаюсь в таком человеке, в том, к кому я смогу обратиться. Ты всегда говоришь, что это самое главное, что нужно сделать. Я хочу лично пообщаться с таким человеком, и как только я окажусь рядом, первое, что я подумаю, это то, что бы я мог сделать для такого человека. Да, и скажи, все, что мне нужно, всего лишь 5 минут вашего времени, раз в неделю. Я буду только приходить к вам, никогда не создам проблем, не встану на пути, и дайте мне лишь 5 минут. Если это действительно влиятельный человек, то все, что тебе потребуется, это 5 минут. Капля за каплей я буду впитывать всю информацию, которую вы мне сообщите. Я не доставлю вам неудобств, не причиню никакого беспокойства, а когда я стану богатым и знаменитым, то полностью все возмещу. Меня зовут Грант Кордон, это Зона Кордона, и после перерыва мы вернемся к теме нашей программы. Мы поговорим о том, как перестать мыслить категориями нищающего среднего класса. Существует 4 шага на пути к этому, но большинство людей все еще торчат на первом. И первая причина для этого, чтобы начать усиленно работать в том, что у вас попросту нет другого выхода. Но если это для вас не аргумент, оставайтесь со мной, поговорим об этом после перерыва. Грант Кордон, и вновь добро пожаловать в Зону Кордона. Каждый вторник мы с вами встречаемся, чтобы поговорить о том, как вырваться из круговорота обыденности, найти свое место в жизни, добиться процветания и благополучия,
а не влачить жалкое существование на грани бедности или того же пресловутого среднего класса, который, как по мне, является не более чем мифом. Итак, существует 4 причины, по которым ежедневно вы должны ходить на работу. Номер один. У вас нету другого выхода, его просто нет. И это своего рода закон, об этом мы тоже говорили сегодня с Алланом. Я должен работать, потому что мне нужно есть, мне нужно оплачивать счета, нужно как-то выживать. Номер два. Вы хотите работать, потому что хотите большего. Именно это случилось со мной, когда мне было 25-26 лет. Я стал усердно работать, потому что я решил, что мне нужно больше. Я хотел развиваться, а не просто плыть по течению. Три. Я хочу работать, потому что не собираюсь двигаться назад. Я работаю, потому что не хочу снова оказаться в западне. И номер четыре. Вы работаете, потому что уже достигли успеха в своем деле, и вам это нравится. Это высший уровень, на котором вы работаете ради достижения определенных целей. Вам это интересно, вы придумываете что-то новое, и вам это не надоедает. Это то, что президент Линдон Джонсон и, очевидно, Барак Обама не смогли понять. Эта страна уже потратила 12 триллионов долларов из средств налогоплательщиков в рамках объявленной войны с бедностью. И едва ли ее уровень снизился с тех времен. В самой процветающей, самой богатой в мире стране 50 миллионов людей живут за чертой бедности. И это правда, только зайдите в интернет, введите запрос в поиске, и именно такие данные вы увидите. О господи, до чего же много в Америке бедняков? Еще 200 миллионов. Миллионов людей живут от зарплаты до зарплаты. Возможно, речь именно о вас, и вы пытаетесь понять, как добиться того, чтобы у вас была возможность ежемесячно откладывать хоть какие-то средства. Вы не можете купить мой курс за 2000 долларов, потому что у вас недостаточно денег. А, я не могу этого сделать. Или же вы переживаете из-за платежей за автомобиль, перестаньте переживать, потому что прежде всего вы должны научиться правильно работать. Шаг первый, вы ходите на работу, потому что у вас нету другого выхода. Эй, да я так же, как и вы, должен ходить на работу. Мне приходится это делать, разве что не по той причине, что мне не на что купить хлеб. Номер два. Вы начинаете работать усерднее, потому что хотите большего. Хотите начать хоть что-то накапливать, чтобы иметь в запасе какие-то деньги. Мне 28, 29, 30, я верчусь как могу, чтобы что-то заработать. Стараюсь перевыполнить план продаж, делаю больше звонков. Третье. Я не хочу делать шаг назад. У меня двое детей, я не собираюсь возвращаться к тому, что было. Я должен двигаться вперед, должен все время давить на газ, потому что я еду в гору. И если я перестану газовать, то непременно скачусь обратно. Четвертая причина ежедневно ходить на работу, потому что вы уже чего-то добились и любите то, что делаете. 100 лет назад, если вы получали 577 долларов, вы относились к среднему классу. Сегодня для этого вы должны зарабатывать 48 тысяч долларов в год, в действительности. Граница между тем, кто является бедняком, а кто представителем среднего класса, весьма размыта. И вы это знаете. Все, кто сейчас это слушает, в курсе этого. Эй, мужик, ты обеспечен или нет? Можешь сказать, что живешь в богатстве и достатке? У тебя есть свое жилье? Ты ненавидишь свою работу, но продолжаешь работать, потому что у тебя нет другого выхода? Послушай меня, принадлежность к среднему классу в Америке уже ничего не значит. Политики никогда не скажут вам правды о среднем классе. А он уже попросту не существует. Парень, с которым мы говорили ранее, Алан из Британии, сказал: «Я принадлежу к низам среднего класса, он зарабатывает 30 тысяч долларов в год, но он знает правду». Американец никогда бы в этом не признался, ни за что бы этого не сказал. Сейчас мы поговорим с Дарреном. Он тоже из Британии, он выпустил книгу, которую оценил Дональд Трамп. Даррен, мы тебя слушаем. Как дела, Грант? Все отлично, ты как? Я слушал тебя и хочу сказать, что ты совершенно прав. Я объясню. В 1999 я был в Дублине, и меня пригласили выступать на местной радиостанции, самой крупной в городе. После передачи мой друг прислал мне сообщение с текстом, это было блестяще. По правде говоря, я и сам думал, что все прошло отлично до того момента, как не пришел домой и не увидел своего отца, который смотрел на меня, как на придурка. Он сказал мне: «Сын, я даже не узнал тебя. Ты использовал какие-то мудреные слова, все время говорил с фальшивым акцентом и старался высадить себя тем, кем не являешься. Сейчас моего отца уже нету. А ты делаешь то же самое, что когда-то сделал мой отец для меня, ты говоришь правду». Большинству людей гораздо проще говорить другим: «Не переживай, мы позаботимся о тебе, не беспокойся, все наладится». Но ничего не наладится само собой. Только ты сможешь все наладить. И так ты помогаешь людям. В 2010-м моя жизнь стала рушиться. Рынок ирландской недвижимости рухнул. Я тогда работал в сфере СМИ, и моя компания обещала возобновить контракт со мной, но последнюю минуту отказалась это сделать. И тогда я подумал, отчет «Триумфальное возвращение в бизнес» поразило меня больше всего. И в моей голове возникло имя Дональд Трамп. Я взял в руки игрушечную машинку, это было желтое нью-йоркское такси 1963 года, поставил ее на стол и сказал себе: «Я напишу книгу». Знаю, ты написал несколько потрясающих книг о продажах, я прочел их все, но тогда я сказал себе: «Я напишу одну из самых блестящих книг о том, как нужно продавать». Как она называется? Скажи название, и мы ее приобретем. Дональд Трамп.
И он разрешил это сделать уже через неделю после подачи заявки. Однажды вечером в пятницу мне позвонили и сказали, что отзыв Трампа будет на обложке. Вау, так как называется книга? Она называется «Здравствуй, прибыль. Продавай и веди переговоры с вау-эффектом». Здравствуй, прибыль. И где мы можем ее приобрести, Даррен? Она есть на Amazon, Barnes, Noble. Я уже выслал копию твоему секретарю, так что она уже должна быть в твоем офисе, да. Отлично, тогда позволь спросить тебя, что ты думаешь о моей концепции работы? Что существует четыре причины для этого. Потому что у тебя нет выхода, два, потому что ты хочешь большего, потому что ты не хочешь двигаться назад, и четыре, потому что ты всего добился и любишь свое дело. На каком этапе ты сейчас? Вот что я скажу, Грант, мне 42, но я ясно помню, как в 80-е мой отец с лопатой в руках шел через засаженное поле, расположенное напротив нашего дома в Дублине. Он ходил копать могилы, чтобы зарабатывать больше денег, и дал нам возможность закончить школу. А детей у него было семеро. Но он шел и улыбался. Годы спустя он рассказывал мне, что когда он стоял в могиле, уже по самые плечи, то он только и делал, что молился. Молился хоть как-нибудь зарабатывать достаточно. Потому что и каждая семья, и каждый бизнесмен должен получить прибыль. А прибыль ты можешь получать только в том случае, если четко знаешь, как обстоят дела в мире. Не могу сказать, что меня расстраивает такое положение вещей, нет, но оно точно подвергает меня в ужас. Люди, такие часто встречаются в интернете, они задают другим вопросы, на которые заведомо знают ответ, и они спрашивают: «Как вы думаете, что мне делать?» И люди начинают высказывать свое мнение, давать советы. Но тут автор вопроса сам начинает диктовать этим людям, что им стоит делать. И так поступают не только политики, но и люди, которые имеют влияние в интернете. Я прихожу в отчаяние, когда вижу что-то подобное. Поэтому, когда я вижу таких людей, как ты, которые не боятся выступать в одиночку, нарушить этот порядок и говорят абсолютную правду, это просто сносит мне крышу, потому что я вспоминаю своего отца. Спасибо, Даррен. Еще раз, как называется книга? Она называется «Здравствуй, прибыль». «Здравствуй, прибыль». Вы можете найти ее на Amazon. Сам Дональд Трамп положительно о ней отзывается. Даррен, к сожалению, нам нужно прощаться, потому что мы уходим на перерыв. Друзья, послушайте, главной причиной такой кардинальной разницы между 20% богатейших людей и 20% беднейших людей является, согласно исследованию Бюро переписи населения США, это бюро не относится ни к республиканцам, ни к демократам. Так вот, согласно исследованию, 20% самых богатых уделяют работе в 16 раз больше, чем те, кто расположен внизу списка. Почему так происходит? Потому что вам платят за то, чтобы вы не работали. Вам платят, чтобы вы не работали, поймите это. Если я получаю пособие по безработице, но у меня есть какой-то доход, мне урезают пособие по безработице. Если я в 65 лет получаю пенсию, но у меня также очень высокий доход, у меня отнимают пенсию и значительно снижают ее. Правительство делает из вас рабов, платит вам за то, что вы не работаете, создавая иллюзию существования среднего класса, хотя его не существует. Вы смотрите «Зону Кордона», меня зовут Грант Кордон. Даррен из Соединенного Королевства сказал, что я говорю правду. Не переключайтесь, мы поговорим о четырех уровнях работы. Раз в месяц мы ведем шоу «Загадочный покупатель» на канале «Молодых дельцов». Оно просто офигенное. Советую вам его посмотреть, кстати. В этом шоу я звоню людям, чтобы убедиться, умеют ли они работать или нет. Друзья, вы наверняка когда-либо видели книги или фильмы, которые обещают вам раскрыть некий секрет успеха. Но давайте я расскажу вам, в чем заключается этот секрет. Секрет в том, что нет никакого секрета, кроме упорной работы. Если бы действительно существовал какой-то секрет, то объясните мне, почему почти 50 миллионов жителей Америки, богатейшей страны на Земле, едва ли сводят концы с концами? Почему 74% американцев живут от зарплаты до зарплаты? Потому что секрет в том, чтобы работать. Вся суть в работе. И существует 4 уровня работы. Я честен с вами. Секрет только один — работать. Я знаю, что многие любят говорить о том, что позитивное мышление притягивает положительный результат. Но если вы смирно стоите в очереди, создаваемой правительством, и если вы получаете от него зарплату, вы становитесь его рабом. Вот закон относительности. Из вас будут делать то, что вы получаете. Поэтому вы либо работаете, потому что вам приходится, либо, это второй уровень, вы работаете, потому что хотите двигаться вперед, хотите выйти из этой очереди и отказаться от того, что вам дают.
Третий уровень. Вы работаете, потому что отказываетесь двигаться назад. Наша страна тратит 1 триллион долларов на то, чтобы накормить 50 миллионов. А если посчитать, разделите 1 триллион на 50 миллионов. Просто посчитайте. Не слушайте, что говорят политики. Знайте только одно. Когда политик шевелит губами, он вам врет. Послушайте-ка. Семьи рожающих детей вне брака, 75% этих семей живут за чертой бедности. Это просто невероятные цифры. Не хочешь жить в бедности? Тогда заставь маму и папу жить вместе. Пусть они будут вместе. Придумай, как это сделать. Люди, живущие в бедности на пособии и решающие найти работу, встречают на своем пути очередное препятствие. Это называется ловушка бедности. Как только они устраиваются на работу, это первый уровень, мне нужно. Как только они устраиваются на работу, и их скудная прибыль начинает расти, государство лишает их пособия. Это ловушка. Неужели вы этого не понимаете? Вас держат в ловушке. Не поддавайтесь на эти уловки. Деньги налогоплательщиков также идут на поддержание разведенных семей и детей, рожденных вне брака. Понимаете? Людям платят за то, что они рожают детей. Почему это происходит в нашей стране? Я не могу решить всех этих проблем, но я знаю, что есть 4 уровня работы и никакого секрета успеха. Если, конечно, фраза «вкалывай как проклятый» не является для вас секретом. Когда все остальные не хотят работать, ноют и плачутся по поводу работы, вы должны работать. Во-первых, потому что это вам необходимо. Во-вторых, потому что вы хотите двигаться вперед. В-третьих, потому что вы не хотите идти в обратном направлении. Я провожу половину своего дня в офисе, потому что не хочу идти назад. Я не хочу, чтобы мои показатели падали, или же моя прибыль стала как раньше, чтобы наши продажи стали как пару лет назад. Когда мне говорят, у нас дела отлично, я отвечаю: «О нет, мы движемся в обратном направлении». И, наконец, 4-й пункт, потому что вы сами добились этого, и вам нравится этот факт. Вы добились всего сами и не хотите больше стать бедняком. Мигель из Джексонвилля. Как дела, Грант? Позволь мне спросить, ты работаешь, потому что должен или потому что хочешь идти вперед? На каком ты сейчас этапе? Или ты уже на третьем? А может, на четвертом? Где ты сейчас? Я на третьем этапе. Я не хочу идти в обратном направлении. Я работаю на себя и не хочу работать на кого-то. Каждый день я стараюсь выкладываться по полной. Я стараюсь продавать машину стоимостью не менее 10 тысяч долларов. Но сейчас я стараюсь работать так, чтобы мой доход становился больше и больше. И чтобы я мог позволить себе самому машину получше. Я стараюсь сосредоточиться на движении вперед, а не задавать позиции. Я просто хочу быть лучшим, да. И еще, Грант, я хотел сказать, что я просто обожаю твои аудиокурсы. Я постоянно слушаю правила 10X в машине. Постоянно. Отлично, мужик. Этот парень купил не две, а одну программу. Он вор, но не жадный. Спасибо за звонок, Мигель. Итак, почти 80% бедности, существующей в США, приходится на неполноценные семьи с одним из родителей. Нужно, чтобы люди знали об этом. Если не хотите, чтобы ваш сосед жил в бедности, потому что это негативно скажется на всем районе, он должен знать о 4 этапах работы. Первый этап — работать, потому что надо, трястись каждое утро в автобусе, ехать на работу, к примеру, в мой офис, только ради того, чтобы иметь возможность оплатить счета. Но нужно знать, как перейти на второй этап, потому что нужно двигаться вперед. Нельзя постоянно сидеть на одном месте. Нужно пройти эту духовную трансформацию и сказать: «Так, а теперь я буду двигаться вперед». Можете написать это, можете встать перед зеркалом и сказать себе: «Вперед». Нужно выставить одну ногу вперед и сделать шаг. Я хочу идти вперед. Я хочу большего. Мне нужно искать возможности. Я хочу начать зарабатывать не 2,5, а 3000 долларов. Третий этап — работать, потому что вы не хотите идти в обратном направлении. Можете быть на этих 2 или даже 3 этапах одновременно. Работать, потому что есть необходимость. Работать, потому что хочу идти вперед и не хочу назад. И 4-й этап — это этап, на котором вы начинаете работать по-настоящему. Потому что вы добились, и вам это нравится. Вам нравится ощущение, нравится, где вы находитесь. Но вам необходимо продолжать работать, чтобы не вернуться к тому, где вы были. Джеремай из Лас-Вегаса. Эй, как дела? Я так рад быть на твоем шоу. Бесконечно ценю все, что ты делаешь, Грант. Позволь спросить, среди твоих знакомых есть те, кто живет за чертой бедности? Семьи, зарабатывающие менее чем 24 тысячи в год.
Да, конечно, я родом из Калифорнии, там много людей, живущих подобным образом, да. Это ужасно, не так ли? Да, конечно, ты прав. Ты можешь поверить, что это происходит в самой богатой, в одной из самых богатых стран в истории? Что не приходится долго ходить за подобным примером? Нищета повсюду. Стоит только выйти на улицу, и ты видишь людей, которые едва ли сводят концы с концами. Конечно, это все личная ответственность каждого, но есть дети, которые даже не подозревают, что есть люди, которые могут их чему-то научить. Некоторые из моих друзей до сих пор не умеют читать, и когда ты пытаешься вразумить их, они не проявляют никакой инициативы. Да, есть отличная поговорка. Ты можешь принести лошади воду, но не сможешь заставить ее пить. Да. Я рад, что мне довелось поговорить с тобой, как тот парень, с которым ты поговорил 5 минут. Но мне достаточно 30 секунд. Ты один из моих наставников. Я сам вырос в нищете, но одно я помню очень хорошо. Моя мама, зарабатывая эти пресловутые 20 тысяч долларов, никогда не брала пособие по безработице. И однажды я разозлился и спросил, почему мы не можем, хотя все берут это пособие. Она не повелась на мои уговоры, она родом с юга и привыкла работать. Да, она не хотела стать рабом системы. Как только она бы оформила пособие, как только вы оформите пособие, неважно, как вам тяжело, но всегда найдется тот, кто примет вас на работу. Если у вас правильное отношение к работе, вы не халтурите, если вы действуете как Джеремайя, я не собираюсь брать ничьи подарочки, я заработаю все сам, кто-то в этой стране примет вас на работу. 10 триллионов долларов были потрачены за последние 8 лет на поддержку неимущих. И от этого люди лишь глубже застряли в этой ловушке. Я не верю правительству, их уже не волнует даже угроза отставки. Не стоит доверять им ни на йоту. Я бы хотел, чтобы политики не стояли у меня на пути и позволяли бы мне делать мою работу, то, что мне хочется и то, что я должен делать, потому что я хочу обеспечивать мою семью, потому что я хочу находиться на всех четырех этапах, о которых ты говорил. Я работаю, потому что должен обеспечить свою семью. И вместе с этим я хочу двигаться. Я хочу двигаться вперед, не сдавая позиции. Я не хочу возвращаться к тому, через что я уже прошел. Это дает мне стимул каждое утро. Сколько тебе лет? 30. В следующем месяце будет 31. Сколько ты зарабатываешь в этом году? Думаю, в районе 200-250 тысяч. Мой доход определенно вырос по сравнению с прошлым годом. Тогда я зарабатывал 150 тысяч, и я не хочу возвращаться назад. Да. Какие из моих курсов ты купил? У тебя ведь все есть, да? Да, брось, у меня все есть. Спасибо за звонок, Джерема, я очень признателен. Спасибо тебе. Вот вам пример парня, выросшего в бедности, который не берет подачки от правительства и зарабатывает в этом году 250 000. Он относится к тем 5 или 3% людей Америки или даже мира, зарабатывающих своими силами. И только посмотрите на его настрой. Он будто говорит: «Грант, не нужно делать все за меня. Мне достаточно того, что я читаю твои книги, слушаю твои курсы, смотрю твой YouTube-канал». Такие, как он, победители. Те, кто каждую неделю смотрит наше шоу, звонит нам в студию и не боится услышать правду. У вас все получится. Правительство не рассказывает вам всю правду, рассказывает вам сказки, поэтому вам надо вкалывать. Нет никакого секрета, кроме этого. Работайте. У вас на то есть 4 причины. Потому что вам это нужно, потому что вы хотите двигаться вперед, не хотите возвращаться назад. И 4-я причина, потому что вы наконец-то добились, чего хотели. Послушайте, что говорил тот последний парень. Мне было похоже, что он уже добился всего, но он не хочет возвращаться к прежнему состоянию. Мигель из Майами, штат Флорида. Привет, Кардон. Спасибо, что принял мой звонок. Мне очень приятно. Спасибо, что позвонил. Я пытаюсь выбраться из плохой зоны. Хочу попасть в хорошую. Ты был в плохой зоне? Я до сих пор нахожусь там, но хочу выбраться оттуда. Я местный, из Майами. И сегодня ты отвечал на звонок из Великобритании. Я бы хотел поступить, как ты советовал. Я местный, поэтому я всегда неподалеку. Я видел тебя в городе и хотел бы как-то поучаствовать, знаешь, Да-да, что ты имеешь в виду? Что я могу сделать? Брось мне спасательный круг. Скажи, что мне делать. Я потрачу всего 5 твоих минут и поступлю, как ты скажешь. Приходи в мой офис. Я выделю тебе 5 минут. Что у нас там завтра, среда? У нас будет время с 9.15 до 9.20. 5 минут будет. Приходи. Грант, ты настоящий мужик. Спасибо, спасибо, я приду. Увидимся завтра. Джеймс из Саратоги. Эй, как дела? Итак, какой у тебя этап? Первый, второй, третий, четвертый?
Я сейчас на третьем этапе, не хочу возвращаться назад. Недавно был случай, я сидел в своем костюме, и мой отец и мама спросили меня, «А что ты не снимаешь свой костюм? Ты уже дома?» Я ответил, «Потому что я люблю то, чем я занимаюсь. Я не несусь домой, спеша скинуть рабочую одежду. Я ношу ее, даже когда совершаю звонки, и никогда не угадаешь, когда подвернется следующая возможность». Знаешь, однажды один парень сказал мне, «Я никогда не стану носить строгую одежду на работу». Я спросил, «Что?» «Ну, знаешь, тебе нужно вырядиться, что-то из себя строить». Тогда я сказал, «Ты обращаешь внимание совсем не на то, это какие-то детские претензии. Ты просто нытик, который жалуется на то, какую одежду ему нужно носить. Я не уделяю внимания тому, что на мне одето, когда занят делом, когда я обеспечиваю своих дочерей, свою жену и воплощаю свою мечту. И если мне придется спать в моем костюме, я даже не задумаюсь». Ага. Чем ты занимаешься? Я продаю страховки. Отлично. Сколько денег ты заработаешь в этом году? Сколько я заработаю? Но знаешь, когда ты повторяешь вопрос, который я тебе только что задал, это не является хорошим ответом. Итак, сколько? Я заработаю 35. Мне нужно будет вскоре подтверждать квалификацию. Я работаю на этой должности около 3 месяцев. 35 тысяч — это в месяц, так? Нет, нет. Что? Ну, ты ведь знаешь... что первый месяц идет неоплачиваемая стажировка, ты ничего не получаешь. Хорошо, хорошо, я понял. Нам нужно дать тебе толчок. Сейчас ты ускоряешься ради того, чтобы набрать скорость. Какую из моих программ ты уже купил? Какую из моих программ ты купил, а? Я купил «Продай или тебя продадут» и «Closer Survival Guide». Отлично, тебе нужно купить 2 оставшиеся курса, чтобы твое мышление стало быстрее, глобальнее и обширнее. Потому что рано или поздно ты уйдешь из этой компании, и тогда ты будешь зарабатывать 35 тысяч в неделю. Да, я с нетерпением этого жду. Нет, не жду, я просто возьму и сделаю. Да, и о университете Кордона. Я ждал, пока у меня будет достаточно денег. 25 числа я начинаю уже. О, раз уж ты начал говорить об университете Кордона, мы говорили об этом с парнем из Великобритании чуть ранее. Эта программа стоит 50 тысяч в год. Мы продаем ее компаниям по такой цене. Сейчас программа доступна по цене 2000 на сайте cardonuniversity.com уже для частных покупателей. А компании каждый день покупают ее у нас за 50 тысяч. Я буквально дарю ее людям. Если вы устали от незакрытых сделок, от упущенных возможностей, устали жить, сводя концы с концами, устали ждать, как сказал Джеймс, «Я не хочу ждать». Если вы хотите идти на работу не потому, что вам надо, а потому что действительно хотите этого, если вы не хотите стоять в очереди за талонами на еду или обрекать свою семью на бедное существование, если вы из тех людей, кто оденет на себя что угодно, встанет рано, ляжет поздно, сделает все возможное, примет к сведению советы других и будет учиться, чтобы зарабатывать, если вы такой человек, каждый вторник я здесь с вами, на канале Cardon Zone. Загляните на Cardon University. В этом месяце мы подводим итог нашего тура со Стивом Харви. Я буду в Индианаполисе вместе с Тони Робинсом и этим, как его, крупный парень, Максвелл, с Джоном Максвеллом. Я, Стив Харви, Тони Робинс, Джон Максвелл будем в Индианаполисе. В октябре, нет, в первую неделю ноября. Я также буду проводить семинар в Кинкуне для сети ресторанов Hard Rock Cafe. Заходите на наш сайт. И каждый четверг в рамках программы «Молодые дельцы» выходит загадочный покупатель. Если вы не видели это шоу, то советую. Это полное безумие. Безумие. Мы в прямом эфире звоним продавцам товаров стоимостью от 5 до 500 тысяч долларов, чтобы показать вам, насколько ужасно обслуживание в этой стране. Просто ужасно. 4 причины ходить на работу, если, конечно, вы не хотите молиться. Признаюсь вам, что я прекратил просить Бога о помощи уже очень давно, когда я понял, что Он уже сделал все, что Он должен был сделать для меня. Остальное было уже за мной. Итак, 4 причины ходить на работу. Первое. Вам это необходимо. Черт возьми, семья вынуждает меня ходить на эту чертову работу.
Вторая причина. Если вы хотите двигаться вперед, это другой уровень. Я хочу выйти в более высокую лигу. Это не обязательно означает, что вы будете зарабатывать больше, но вы будете стремиться вперед. Третья причина. Нежелание возвращаться назад. Это также относится и к браку. Я должен продолжать любить свою жену, чтобы удержать ее. И четвертая причина. Если вы наконец-то добились успеха и не хотите возвращаться назад к бедности, к нелюбимой работе, занимайтесь делом, ребята. Меня зовут Грант Кардон. Каждую неделю я выхожу в эфир, чтобы поговорить о вас, ваших деньгах и вашей карьере. Иногда, как, например, сегодня, я говорю о работе. Наша страна погрязла в проблемах. Будьте свободными в зоне Кардона. Каждый вторник увидимся.